Скорей! А, блин! Черт, зажали! Все, все, умерли. А! Всем хай, с вами Юджин, и наконец-таки, друзья, вышло долгожданное DLC для Resident Evil 8 Village Shadows of Rose, где мы будем играть за дочь Итана Уинтерса, которая стала, получается, теперь сверхчеловеком, и сейчас начнутся проявляться ее способности, и мы с вами все это будем лицезреть. И, кстати, если вы не смотрели все мои прохождения Resident Evil, вот здесь вы можете их увидеть. Прямо сейчас кликайте, чтобы наверстать упущенное, а потом приходите сюда. Ну а если вы уже смотрели все, то ставьте лайк, и мы приступаем. Новая игра начинается. Кстати, в Резидента добавили возможность игры от третьего лица. Сейчас мы с вами будем как раз таки это и лицезреть. Итак, идет Роза, и она в куртке Итана. Ничего, я вот... Пес! Пес Клиган! Только надеюсь не про то, что Крис зовет меня вступить в свой отряд. Я уже 100 раз сказала ему, чтоб он отстал. Я вижу, как он гоняет тебя и остальных охотничьих псов. Нет, спасибо. Речь не об этом. А, он типа охотничий пес, окей. Вообще, речь о тебе. Да? Я волнуюсь за тебя. Как дела в школе? Серьезно? Ты хотел поговорить со мной об этом? Девочки тебя до сих пор обижают? В смысле, считают меня чудовищем? Эй! Хватит. А что, все знают, послушай, что она сверхчеловек? Чудовище. Ты сам знаешь. Поэтому я ни с кем не общаюсь в школе. Если они узнают, кто я... Ага. То есть тебе не с кем даже поговорить? Поговорить? О чем же? О том, что я не человек? Что, я какое-то кошмарное существо? Нет, так лучше. Если нет друзей, то я их не убью. Ты бы избавилась от способностей, будь у тебя такой шанс. Я бы не думала ни секунды. Я почему-то думаю, что она не будет знать о том, что у нее есть способности. И мы будем постепенно это раскрывать. Но тут сразу все прям... Что ты уже знаешь? О том, что Миранда помешалась на муту мицелии и ставила эксперименты на живых людях. Вроде меня. Именно. Но ты не знаешь, что мы недавно нашли кое-какие данные ее опытов. Оказалось, она изобрела очищающий кристалл, удаляющий муту мицелии из тела. Очищающий кристалл? Если мы найдем такую штуку, то сможем ослабить или вообще отнять твои способности. Ты прикалываешься? Нет. Нет, но это лишь часть ее записей. Однако, кажется, я догадываюсь, где раздобыть недостающие данные. Круто. Давай искать. Где они? Здесь. Что? Это часть мегамицелия. Он поглощает и хранит воспоминания тех, кто умер рядом с ним, включая Миранду и все, что она знала. Войди в его сознание, и ты, возможно, раскроешь загадку очищающего кристалла. Как стой, будто нами манипулируют. Войди в его сознание. Ну, в общем, ты связана с ним. Это позволит тебе получить доступ к его знаниям. Это безумие. Так не может быть. Да, 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 Роза, но это не опасно. Представь себе, что ты типа гуляешь по чьим-то воспоминаниям. Думаешь, это сработает? Я предлагаю попробовать. Хуже не будет. Что я должна сделать? Ты... Блин, я не знаю. Может, настроиться на него? Вдруг получится. Ну, ладно. Я чувствую, что это ловушка, что они специально это делают. Вот сейчас его показали так, он так подозрительно на нее смотрел. На самом деле, кажется, что это не она будет гулять по его сознанию, а наоборот, оно будет по ее сознанию гулять. Постоянно что-то мерещится. Крипово.
вам. Не подходи к нам, чудовище. Кинь, как ему вообще с ней дружить. У нее на руке что-то шевелится. Меня сейчас тошнит. Заткнитесь. Не подходи к нам, чудовище. Короче, Resident Evil превратили в подростковый хоррор. Еще здесь? Нет, уже пёс. Это получается альтернативная реальность, наверное, какая-то. Пес? Ты где? Пес! Стоп. Что-то не так. О, все, играем! Я думал, сейчас сразу еще какая-то жесть начнется. Сразу ворвутся монстры, начнут нас убивать. Я вот думаю, не опрометчиво ли это для Роуз так вот палить свои способности среди своих одноклассников в школе? Разве не должна учиться где-то вообще, знаете, на домашнем обучении в какой-нибудь лаборатории? Потому что даже если присловие, что она не может это контролировать, тем более опасно для команды Криса вот так вот ее просто давать ей жить обычной жизнью. Ведь она не обычный человек. Судя по исследованиям Миранды, Мегамицелий сохраняет воспоминания людей, умерших в области его действия, поглощая их своим огромным сознанием. Кроме того, по опыту прошлых контактов с плесенью нам известно, что зараженные мультимицелием люди объединены в своего рода плесневую сеть. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что люди с сильной взаимосвязью с мультимицелием могут контактировать с воспоминаниями умерших, которые хранит Мегамицелий посредством данной сети. Предположительно, эту теорию можно испытать на лабораторном образце мегамицелия, который мы добыли 16 лет назад. Осталось лишь найти подопытного, у которого есть подтвержденная связь с плесенью. Роза, тут ты вступаешь в игру. К сожалению, это проблематично. Правила нашей организации запрещают нам прямой контакт с людьми, зараженными мутамицелием. Этические причины этих ограничений легко понять, но они сделали невозможным подтверждение данной теории. И это ужасно, ведь какую огромную пользу могла бы принести людям возможность сохранять и индексировать человеческое сознание? Это шанс сохранить и даже восстановить величайшие умы. Возможно, нам удастся как-то обойти эти бюрократические препоны. Слушайте, но в теории это действительно... Да, я понимаю, это этическая сторона ужасна, то есть надо каких-то людей под опыты кидать, но... С другой стороны, если это позволило бы реально в будущем людям сохранять воспоминания, сохранять великие умы, сохранять разум каких-нибудь тиранов, жестких политиков, не знаю. То есть у всего есть две стороны, у всего абсолютно. Но я бы хотел сохранить, например, после смерти свой разум, чтобы я мог благодаря... Как там? Мутамицелии, я забыл. Мегамицелии, да. Благодаря нему жить. Я такой, Евгений Плесень. Почему бы и нет? Я заведусь у вас в вентиляционной шахте и буду оттуда вам что-нибудь говорить, выпуски вести. Я прям вам через свои споры так раз в вас проникаю и могу делать видосы прямо у вас в голове. Вы будете ложиться спать и смотреть мои видосы. Разве это не прекрасная перспектива? Отличная, по-моему. Надо действовать быстро, иначе я буду следующий. Я должна добыть этот кристалл. Ну пойдем поможем добыть этот кристалл. Давай, Роза, иди шустрее. Я, кстати, перед тем, как зайти вот именно в этот DLC, я включил, ну, для проверки графики и так далее, оригинальную игру Resident Evil 8. И тоже включил я от третьего лица. И прикол в том, что там как-то очень криво это сделано было, потому что Итан даже в квартире в самом начале игры был вот в этой одежде, вот в этой куртке. Что очень тупо, ибо Мия была в домашнем, такой в домашней ночнушке. Такая домашняя приятная атмосфера. И Итан, блин, ходит в куртке какого-то хрена дома. Это очень, ну, как-то неуместно выглядело. Так, чей-то башмак. Что мне с ним сделать? Я могу его масштабировать и могу менять его положение. Так, что-нибудь написано здесь? Какой размер? Непонятно. Просто башмак чей-то. Я так понимаю, мы оказались под замком Димитреску. Какая гадость. Что это? Ты знаешь, что это, Роза. Ты знаешь, что это. Где-то в глубине души. Девочка какая-то кричит. Здесь? Тут кто-то есть?
здесь опасно. Что? Почему? Держись, я попробую поискать ключ. Сейчас, погоди, все будет окей. Сейчас найду. Так, да, мне нужно найти ключ. Ключ наверняка где-то туда, впереди. Я просто не видел его. Что-то за девчонка. Ну, не знаю. Уже давно пора было бы понять, что здесь что-то не так. С тобой что-то явно происходит не то, тобой манипулируют. Ты не могла оказаться здесь, просто подержав руку над колбой с этим, как его, мегамицелием. Хотя это, знаете, наверное, что-то типа как сон. То есть ты как бы воспринимаешь реальность такая, какая она есть. Вот то, что ты видишь во сне, это может быть вообще даже другое место, а ты знаешь, что это твой дом, например. Но он совсем по-другому выглядит. Ну, примерно как вот это. Итак, что это? Изучаем. Возможно, Роза реально так как бы не особо понимает еще, что происходит. Просто крюк шатается, и мы это исправили. Не знаю зачем. А можно было это не исправлять? Роза! Воу! Все трещит по швам! Это мое имя. Ну, либо другая какая-нибудь Роза. Это довольно-таки распространенное имя. Кто-то был. Мне показалось, ли кто-то был реально здесь? Кто-то прошелся. Ключ от камеры. Нет! Мазюкались, черт. Ну там есть башмак запасной, лежал, я видел, так что он нам подойдет, мне кажется. У нас же даже оружия нет. Роза, блин, смотри внимательней. Это что еще за хрень? Сюжетные предметы находятся в снаряжении. А, где? Создание, сюжетное. Ага, сюжетное. Вот здесь, окей, я понял. Что за нахрен? Оно сверху уже. Погодите, текст. Чтобы создать предмет искусства, достаточно украсить труп зайчонка. Разложение не помешает. Примечание, можно использовать грим, он добавляет жизни. Что? Откройте вкладку «Видеть документы», чтобы посмотреть документы. Во-первых, тут карта. Итак, новое, очищающий кристалл. Пес рассказал про очищающий кристалл, он может избавить меня от способностей. Пес предположил, что я смогу узнать что-нибудь... Ага, ну это просто дневник, ладно, ничего такого интересного. Документы. Теорема о мегамицелии. Это хорошо, мы все видели. Окей. Если вдруг так... Ой, блин. Не люблю, когда вот так вот свет начинает падать сам по себе, он скользит на моем столе. Надо вернуться к той палатке. Ой, палатке... как будто мы в отеле находимся. Погодите, а это что? Посмотреть карту. Да, все верно. Мы идем правильно. Давай, как бежать? Пока никак. Что это было? А что это было? О чем ты говоришь? А эта дверь всегда была здесь? Что-то я не помню. Да, по-моему, всегда была. Давайте не будем идти по этой грязи, по этой жиже. Она такая неприятная здесь. Я не думаю, что нам нужно ходить по этой жиже. Давай, использовать ключ. Использовал? Использовал. Кто здесь? Просто рисунок. Что это? А, мерзкая монстр жижа, которая вот только... Вот она! Нарисована! А! Что это? Нет! Не трожь! Не трожь! Кто это? Кто тут меня так легко вытащил? Вся в дерьме. Знаете, когда ты в сельский туалет провалился случайно? Я чуть не... Ты же просто как... Я... Кто ты вообще? Я Роза. Что тут происходит? Надо уходить. Да подожди. Здесь слишком опасно. О, у нас компаньон появился. Стой. Ой, ты чё так... Подожди. Чё так быстро заковыляла? Такое ощущение, как будто она прихрамывала или мне показалось. Но мы бежать точно не можем.
Вот они приколюху сделали в этих частях игры, когда ты бегаешь, посмотрите, что это за... Что это такое? Как можно так бежать? Да я бы носился, как сумасшедший. Давай, уберем труп. Помоги поднять. Ты только что так легко меня вытащила из лап монстра в жиже. И не можешь труп двинуть. Ну, может быть, она всех вот этих сдвинула, просто устала уже. Эй, стой, куда ты идешь? Куда ты ползешь? Вернее, было бы сказать. Пойдемте за ней просто. Интересно, вот эта роза-двойник. Она как давно здесь уже находится? Ты чё? Ты как? Чё? Ей никак не помочь, к сожалению. Сколько их здесь? Роза? Роза, привет! Что тут происходит? Это интересно выглядит. Ты меня слышишь? Слышь, Роза, ну-ка давай говори, почему ты не помогаешь остальным? Че, пропал-то? Нужен рычаг какой-то, да? Ручка нужна для рубильника. Ручки? Да ща найдем. Вот сюда пойдем сходим. Я быстренько, сейчас все сделаем. Так, записка. Нужно скорее найти эту ручку. Ищи глубже. Воу. Ого, погодите. Глубже это вот сюда. А здесь, скорее всего, будет какой-нибудь предмет бонусный. Нет? А чем мы сюда пришли? А чем мы сюда приперли-то? А, просто так. Ха. Интересно, для чего вот этот короткий путь вот в этот коридор? Не совсем понятно. Ладно. Поползли. Ой, здесь нам предстоит бегать от кого-то, по-любому. Вот такой вот легкой прогулочной пробежечкой. Заперто с другой стороны. Чё там у нас по карте? Ага, нам нужно просто обойти. О, это еще одна роза, да? Она в беде, надо спасти надо ее. Вот! Стоп, это все трупы роз! А, ей отхавали лицо. Я не представляю, как бы я бы себя чувствовал, если бы я увидел целую кучу трупов меня. И причем искореженных в какой-то кровище. Так, ладно, это немножко я не ожидал, мне стремануло это все. Неужели ее? О, боже мой, да-да-да, я согласен с тобой. Вот, ручка есть. Все, возвращаемся, гоу, скорее. Открыто. Уходим отсюда. Полное дерьмо, все, что здесь происходит. Вот для чего это сделали. Короче, там все плохо. Все очень плохо. О, нет, они все превратились. Они все превращаются в... Мне кажется, это все розы. И вот что с ее лицом произошло. То же самое, да? Да, он хавает наши лица. Теперь я съем твое лицо. Я хочу стать красивым. Не то чтобы я сейчас некрасивый, но все же нет предела совершенству. Опа. Как в Биошоке будет. Мы сможем всякие способности, да, применять на руку. Слышь, ты чё толкаешься? Нам нужно быстрее использовать эту ручку. Скорее, все, давай. Торопись, Роза! Такие крики. А, я же нажал. Они все превращаются в монстров. Вот, все, мы бежим. Вот это мы ускорились. Давай, врата. Долго-долго. Их много, их много. Я же говорю, это все розы. Давай, прыжок. Есть! Чё там по карте? Просто вперед бежим, судя по всему, да? О май гад. Мне нравится этот DLC. Это выглядит прикольно. Чё, куда? О, я помню эту комнату. Это тупик. Не, мы тут чуть-чуть... Вон он сзади, они сзади.
Я забыл, правда, каким образом я здесь находил... Ага, что-то горит. Что за хрень? Только чистый сердцем и душой может пройти здесь. Побежали, побежали, побежали. А-а-а, прям в аду находимся. Покажи, куда идти. Спасибо, спасибо, чудо-сила. Да-да-да, хорошо, сюда. Сюда! Почему мы именно в этом замке оказались? Куда? Сюда нельзя, тут ничего нету. За нами больше никто не идет, отлично. Давай еще ниже. Ползем. Боже мой. Это потрясение для меня. Роза, я не знаю, как ты будешь с этим справляться морально, но я тебе помогу. Я буду твоим... не знаю кто. Наблюдателем. Просто буду, так что ты сама по себе, Роза. Все действие будет происходить в этом замке, судя по всему. Ты как? Что? Кто? Кто ты вообще? Не враг. Ладно. Почему я читаю таким жутким что голосом? Что там были за твари? Что здесь происходит? Уходи скорее. Как? Что это? Где я? Зачем ты орешь? Беги, пока можешь. Сначала мне нужно избавиться от этой мерзости. Здесь есть кристалл, убивающий плесень. Я должна найти его. Пока не найду, не уйду отсюда. Слишком опасно. Кто ты? Мой ангел-хранитель? Ага. А может, у тебя есть имя? Раз ты ангел, наверное... Гавриил, Михаил. Евгениил. Это я общаюсь с ней. Я Михаил. Ладно, Майкл. Майкл. И что теперь? Здесь опасно. Уходи. Но сначала воспользуйся печатной машинкой. Напиши свое имя и сохранище. Вот так, не спрашивай. Просто делай, что я говорю. Хорошо, мы можем бегать, все, начинается игра прям по-настоящему. Здесь будут всякие пазлы, судя по всему. Да, что это такое? Получить от вас столь важное задание – великая честь для меня. Сообщаю, что переданная вами жидкая бездна обладает чудесными свойствами. Жидкая бездна, что это значит? Ее самое очевидное применение – дать моим псам во время охоты. Это поможет им преследовать... Что дать моим псам во время охоты? Она дает моим псам во время охоты, и это поможет им преследовать добычу. А еще она славно замедляет зайчиков, помогая поймать их. Некоторые по глупости входят в нее, и тогда им конец. Я не сомневаюсь, что смогу с ее помощью оправдать ваши ожидания и добиться желаемого результата. Окей, звучало странно, слегонца. Чуть-чуть двусмысленно было как-то все это. Я вообще ничего не понял. Дать входить куда... Чего? Так, мы же здесь находимся, в комнате, в спальне Димитреску. Надо искать ящики, которые можно заюзать. Наверняка мы там найдем какой-нибудь предмет. Нам нужно оружием обзавестись. А это не знаю. Ладно, пойдем сюда. Когда время придет... Опа, лекарство. Когда время придет, нам дадут... Смотрите, еще одна роза. Да, окей, все, мы это знаем. Нам дадут оружие, когда придет время, как я сказал. Это герцог! Будет забавно, если мы сейчас со стороны увидим Итана. Мы, кстати, так и не узнали, откуда герцог вообще, кто он такой, что он есть. Он точно не человек. Нам нужно понять, что... О! О, вот и
И еще одну поймали. Это же он! Видишь, какая бойкая! Лучше бы так бойко убегала. Тогда наша охота получилась бы гораздо более будоражащей. Отпусти! Отпусти! Остается лишь пожалеть, что нам попался столь хиленький зайчок. В чем прикол? Почему все вот эти розы в каких-то платьях длинных, черных? Если бы тебе все же удалось сбежать, то смогла бы взять этот очищающий кристалл. Кристалл? Да че так? Кто? Нет. Ладно, хоть сразу ушла. О, можно начинать охоту на нового зайчонка. А зачем им охотиться на меня? Быстро ли она бегает? Нет, не быстро, к сожалению. Найди! Тут монстры все розы. Ой, ёлки зеленые, убегите от монстров. Хорош. Что это за жопка? Знаете, это было как в игре Сома. Ну чё ты меня... Нет, фу, фу, плохой. Что, все, я умирать? Прокоцался слегонца. Ну дай пройду. Давайте еще один поцелую. Просто чуть-чуть, вот так. Нам нужно лечиться будет сейчас. Ладно, давайте отбежим. Беги! Стоп. Лечиться сейчас, мы не можем бежать, наверное, да? Использовать. Давай. Увяз. Все, окей, живы. Ей! Беги, Роза. Ты вообще не дорожишь своей жизнью. Все, жижа. Мы застряли в... Блин, не трогай меня. Куда? Сюда. Есть. Да блин. Что мне... Куда мне? А чё, куда? Все, я понял, в другую сторону. Нужно оружие. Пистолет. Серьезно? И где я возьму пистолет? Прикоснись к словам. Что? Вот он сейчас заспаунит нам оружие. О, вот это интересно. А патрон он также будет нам спаунить? Прицелься и стреляй. Опа. Ну-ка, сколько тебе надо? Мертво. 5 выстрелов я сделал. 5 точных выстрелов, и оно подохло. А вот и патроны. Не, патроны будут просто лежать повсюду. Только пистолеты спаунятся, больше ничего. Не понимаю, как это так? Интересно. Как они это сюжетно... Стоп. Найти нового зайчонка. Как они это сюжетно будут оправдывать? Он ушел. Я что-то не понял, что это за штуки. Реально похоже на попки из игры Сома. И посмотрите прохождение игры Сома, друзья, вам очень понравится. У меня там целый плейлист. Кайфанете, друзья. Одна из лучших игр. Так, что мне с тобой делать? Ну, я не знаю. Блин, нет. Не это нужно делать. Хорошо, кристалл. Видимо, это кристалл. Забираем. Большой кристалл излучает голубоватое сияние. И чё? Оу. Мне нужны какие-то предметы. Здесь углубление, в которое можно что-то поместить. И... Стоп. Здесь 2. Да-да, все. Отстань. Здесь 1. Но горизонтальное. Читаем. Апостолам нужны маски. Бронза, серебро, золото. Все, я понял. Маски, чтобы открыть ее. Да-да-да, ты шаришь. Ты понимаешь, что нужно делать. Это, короче, просто сюда закрыто. Нельзя пройти, оно потом откроется, когда нужно будет. Чё, где мы уже с вами были? В главный зал нам не пройти. Только вот сюда можно попробовать пойти сходить. Тут мы тоже не были. О, я помню, что мы отсюда выходили. Но тут... Понятно, нужен будет резак.
А вот тут, вот это интересное оружие. К сожалению, я не могу просто написать шотган, чтобы он мне выдался. Ну ладно, эти условности. Даруй мне то, что видит истину тремя глазами. Хорошо, это потом. Это, видимо, какой-то особый предмет мы должны будем найти, где-то спрятанный хитро. Да? Что-то у нас что-то было, мне показалось, как будто бы можно было что-то активировать. О! Есть патрончики. Слышали? Что-то где-то происходит. Нет, скорее всего, Итана мы здесь не увидим. О, боже мой. О, боже мой. Ой. Роза, привет. Тихо, тихо. А, да как? Ничего себе, они резвые. Мне не нравится вот это высасывание лиц. Тихо. Да давай, посраки, все, погибло. Что с ним происходит, кстати, после смерти? Он уходит в текстуры. А, нет, нет, да, он же рассыпется. А, это так приятно выглядит. Что у нас по патронам? Всего 8 штук. О, нужно сделать так, чтобы каждый выстрел был в цель точно. Что это? Болторез. Very good. Все, можем выйти. Заперто с другой стороны. Мы можем выйти теперь. Блин, я помню все эти места. Мы здесь сражались... с одной из дочерей леди Димитреску. Или с двумя из них, я не помню. Их всего было 3. А, что? Сюда. Держи, пригодится. Хочешь помочь? Защити меня от этих тварей. Я не могу. Что? Мне отбиваться самой? Класс. А, он все-таки смог сделать патроны. Типа у нее что, маны не хватает? Я не понимаю. Все, давай, короче, применять болторез. Ну, ей. О, прикольно, что они даже анимацию сделали. Оу. Оу, оу. Вот это что такое? Стоп, трава. Где была трава? Только что видел траву. Есть трава. Посмотреть найденные предметы. Нам нужен реагент, и тогда мы сможем сделать лекарство себе. Так, катсцена. Как? О, маска. До маски не дотянуться. Разбей ядро. Ядро? Ты про эту противную массу? Как же мне ее разбить? Примени свою силу. Мою силу? Я вообще-то хотела избавиться от нее. Иначе никак. Ладно, пофиг. Но как? Что мне надо сделать? Нужен усилитель. Что это? Иди вперед в эту дверь. А будет... Очень прикольно, если это окажется реально Итан такой. Он, значит, отец из того света, он пытается ей помочь. Смотри, там какая-то штука, клетка. Ладно, это нужно сначала обрести силу, потом мы будем эти ядра разрушать. Ага, что-то трехглазое. Нужен какой-то трехглазый ключ. Порох, окей. Че, гол наверх? Смотрите, еще одна роза. Опа. Итак, реагент. Да, детка. Я могу использовать сочетание предметов. Трава плюс реагент. Порох плюс реагент. Давайте сочетание трава плюс реагент. Ага, готово. Все, будем лечиться теперь. Мне вот интересно, ожидать ли от этих роз, что они встанут? О, боже мой. Сколько вас? Сколько вас хочет восстать сейчас? А!
Ладно, быстрее просто берем, 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 забираем. Где? Где? Слышу... Нет! Да стреляй! Оп! Есть, хорошо. Все, погибло. Хорошо, пострелял, неплохо. Ага. Ой, хорошо. Ой, неплохо. Прости, Роза, я не успел. Просто сорян. О, нет, нет, нет. Что, она прямо сейчас сверху? Оу, боже мой. Красненькая. А, нет, все окей, все окей. Ай, ты, блин! Да что ж ты такое? Применять, 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 использовать. Вот, а мне хорошо. Соси мое лицо сколько хочешь, мне окей. А, стоп, вот теперь мне хорошо. Стреляю, стреляю же, ну. Оп. Все, 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 все. О, боже мой, у меня больше нет патронов. Так, срочно растение нужно. Точнее, реагент, нам нужен реагент. О, нет, все, валим. Реагент! Слушайте, как вовремя все дается. Так, патроны, бам-бам-бам, все, есть. Релоуд. Вот. Вот какой-то кейс. Ладно, пойдем дальше. Стоп. Мы можем еще пойти здесь налево. Но здесь закрыто. Ну, значит, только сюда. Еще немножко. А-а-а. Нет уж, я здесь не пойду. Да-да-да, конечно, не пойду. Ищу способ как-нибудь перебраться. Да я уже нашел, все окей. Так, мы ее берем, сейчас стремянку эту. Че, прыгаем? О, пол это жижа. Пол это жижа. В эту сторону. Что, еще выше ползем? О, окей. Ой, здесь мы тоже были. Да, я помню, вот там труп тверкал. А здесь мы что-то там находили, по-моему. И что, куда? Вот сюда. Интересно, сама леди Димитреску будет здесь? Леди Димитреску? Вот. Вот просто так оно здесь лежит, само по себе, незначай. Так, и что мне делать с этой штуковиной? Сила. Фокус, сила? Сфокусируйся. Ладно. Во мне что-то меняется. Направь на ядро. Используй сейчас. Посмотрим. Может, чё, сработает. А где ядро? Дайте ядро. О! Погодите. Окей, напечатали. Так, 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 так. Я нашла способ резко понизить стабильность сети мутамицелия, внедрив разрывающую силу, которая блокирует аутоиндукторы. Именно они используются для связи. Плотные скопления плесени, известные как склероции, начинают распадаться на молекулярном уровне и уничтожаются. Склероции формируются, когда мутамицелий возникает на новом месте. Они служат своего рода якорем или плацдармом. Их часто связывают с участками жидкой бездны, являющейся проводником плесени. Если вызвать сбой в аутоиндукторе склероция, он начинает распадаться. Жидкая бездна, связанная с этим склероцием, также разрушается. Судя по всему, при дестабилизации склероций посылает сигнал о том, что это место более непригодно для существования мутамицелия, и он полностью отступает, не оставив следов. Ага, понятно, как эта штука работает теперь. Забираем реагент. У нас 8 патронов. У нас при этом еще 0 жизней, 0 эликсиров лечебных. Что создать? Вот вопрос, что создать? Давайте создадим патроны все-таки еще. Я думаю, это важнее сейчас. Стрелять мы будем много, умирать мы будем мало.
Вот. Сконцентрируйся на этом. Space, чтобы уничтожить плесень. Окей. Подохло. И что здесь? Патроны. Надо было, значит, делать эликсир здоровья, получается. Окей, побежали, побежали, побежали. Нет, нет. Воу, воу, воу. Ну, не знаю. Как нам теперь... А! Все. Блин, как красиво рассыпается. Ой, ой, очень приятно, мне нравится. Все, говнец. А! Ты выжила! Как ты... Как ты выжила? Ну, ладно. Ой, я думал, мы сейчас расшибемся. Ну чё, где эта штука растет? Ага. Придется ее уничтожить. Погодите, я не могу. А чё не могу? Ты чё не дохнешь? Вот. Опа, кто? Не знаю, неважно. Почему я не могу выйти? А чё не могу выйти? А, что происходит? А, ты здесь была. От. Не дай. Не дай. Да не трогай! Блин, какой же он проворный. Все, 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 все. Главное лишний выстрел не сделать. Я и так очень плохо стреляю, поэтому я не тороплюсь с выстрелами. Так, здесь оно. На тебе. Итак, что у нас получается тут? Опа, большой магазин. Установите большой магазин. Использовать деталь. Да. Окей, супер, супер, супер дупер. Найти бы растение теперь, нам нужен целебный эликсир один. Опа, еще одна штука. Слушайте, их очень приятно уничтожать. Патрончики есть. Правильно идем? Библиотека. Окей. Вон, растет. Погодите, это еще не все. Вот тут еще одна штука, да, была. Окей, вот так вот мы сейчас весь замок очистим. Кто-то, кажется, на это очень сильно разозлился. Ой, ой, промахнулся. Нет! Просто отбегаем. Нет, еще один. Ай-я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 й. Раз, два, три. Последний. Черт, плечо попал. Плохо, плохо. Как-то неаккуратненько было. С паникой, да, я согласен. Ну ладно, ничего страшного. Главное, живы. Нас не покоцали. Ты! А, ты просто... Ты просто я. Где еще росла? Где еще эта штука? Не здесь? А где же? Погодите. Это... А, это записка просто. Что? О, что там такое? Что-то очень большое. О! О! Стоп, это было что-то очень большое и неприятное. Порох. Спасибо за порох. Ага, вот там была дверь с одним глазом. Получается, мы должны будем просто искать вот эти ключи с одним, с двумя, с тремя глазами, и там будем находить эти маски. Возможно, маски мы в самом конце именно всей игры сможем применить. Вот первая маска, бронзовая. Хорошо. Наконец-то. Чё, теперь-то куда нам нужно? Давайте сюда пойдем. Что? Одноглазая дверь в глубине подвала.
маска находится очередная в одноглазой двери. Получается, стоп. Какой-то ключ нужен здесь определенный с одним глазом. Как его применить, я не знаю. Может быть, нам нужно пойти и вставить эту маску в нужное место, а потом нам дадут ключ. Это нас поведет... Стоп, здесь три как раз таки. Ладно, пойдем. Блин, ну нет, мы так просто возвращаемся, кажется. В библиотеке мы что-то еще с вами не отыскали, походу. Ибо она красная. Я пока ничего не нашел в библиотеке. Давайте попробуем вот сюда сходить. А, черт, здесь закрыто. Окей, тогда обратно. Нужно возвращаться туда, где можно было вставить маску. Посмотрим, что это нам даст. О, стоп, тут еще одна попка. Ладно, патрончики. Неплохо, неплохо. Вот! Отдыхай. И все, отдыхать. А как долго? Я особо не устал, я готов идти дальше. А. Что не так? Да все. Я не думала, что все обернется вот этим. Почему бы тебе не уйти? Нет. Моя цель осталась прежней. Мне нужен этот кристалл. Держи. Спасибо. Бухни немножко, все будет хорошо. Спасибо за лекарство. Правда, на самом деле, оно мне очень было нужно. Здесь нужен будет ключ. Окей, окей, окей. Давайте идем в главный зал, вот сюда. Мы теперь сможем вот эту часть открыть, кстати говоря. Это очень хорошо. Итак, предметы. Мы взяли маску с четырьмя глазами. Погодите, а это что? Там уже такая маска вроде как есть. Или я что-то не понимаю. А, все, они все четырехглазые. Давайте сюда вставим. Есть. Ах, загорелся затылочек. Красиво. Это не затылок. Нам ничего не дали. Блин. Ну ладно, пойдем сюда тогда. Мы, кстати, еще наверху ничего. Ого! Ты умрешь сейчас, ты знаешь что? Оп. Там что-то появилось? Кстати, у герцога тоже была маска. Возможно, маска каким-то образом влияет на сознание и делает всех злыми. Это нас куда приведет? В вестибюль. Мы, кстати, уже там были. И что мы тут забыли? Стоп, я думаю, нам сюда вообще не надо. Вестибюль, да, там приемная. Нет. Нет, давайте пойдем наверх. Все упирается в этот ключ дурацкий. О, посмотрите. Нарисованная карта. А, вот и ключ. Найдите одноглазый ключ. Dressing room было написано. Так, G и T. Где эта комната? Сейчас еще раз. Вот мы поднялись. А, и как раз таки мы должны сейчас пойти вот туда, направо, потом налево и еще раз налево. Окей, go. Уа. Вот тебе в сраку. Вот тебе в щечку. Вот тебе еще один в висок. Оп. Да блин, сколько тебе надо? Хватит жрать роз у меня на глазах. Делайте это как-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот ты где. Надо же, ты умеешь удивлять.
Блин, да быстрее рассыпайся! А, нет, 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 нет. Налево. И еще раз. Закрыто! Закрыто! Скорей! О, блин! Ой, блин! Ой, блин! Ой, блин! Черт, зажали! Все, все, умерли. А, да что такое? Да как мне... Кто ж знал? Триликий! Так, ну даже нужно полить себя водичкой. Прям сейчас это делай. Все, хана, мне кажется. Да дайте пройти! Да дайте пройти! Все, 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 сюда. А, сюда стрелочка показывает. Все, закрыли. Охренеть. Охренеть, что было сейчас. Мы в безопасности? Опа, все закрылось. Ладно, я так понимаю, нам только сюда и нужно теперь. Чё теперь? Как это сделать? Как? Эти твари загнали меня сюда. Но где он? Одноглазый ключ должен быть где-то здесь, но в этой комнате его нет. Он точно где-то недалеко. Он там, куда мне... Стоп. Не ходи, слишком слабая. Окей. И чё ты мне предлагаешь? Вот сюда пойти, да? За камином. Окей, гоу. Ад! Спасибо, Гавриил. Стоп, реагент. Отлично, сейчас мы сделаем порох сделать или что? Нет. Давайте порох сделаем, да, окей. 8 патронов, итого 10. Чертовски плохо, а мы в подземелье находимся сейчас. Ну нет, это не подземелье на самом деле. Возьми это. А это же у меня уже есть. С вариантом 2. Видимо, их тут много. Походу, да. Теперь сильнее. Хорошо, есть порох, есть патроны. Есть патроны. Блин, надо было делать все-таки целебное зелье. Ты где? Ты где там рычишь на меня, а? Ой, ой. Чтоб сосредоточиться на враге. Враг! Блин, что-то не так сосредоточился. Фу, блин, фу, какой-то мерзкий. От? Ты это сделала? Это я сделала. Да. О, крутая штука. Очень крутая штука. И как нам пополнять это? Что дальше? Ага, я понял, что дальше. Мы возвращаемся обратно. Сейчас мы всех замедлим. Так, здесь ничего... Ничего больше нету. Мы сейчас всех их замедлим. И это тоже. Стебель белого шалфея. Что? Используйте белый шалфей. А, это как раз-таки пополняет. Да, окей. Будь осторожней. Хорошо. Окей, бежим. Ключ. Нужен ключ. Стоп. Стоп. Давай, давай, давай. Давай, давай. Есть, хорошо. Читаем. Как уже упоминалось ранее, сбой в работе аутоиндукторов в сети мутамицелия приводит к дестабилизации плесени. Это происходит и с существами из плесени. Но в отличие от склероция, они не распадаются на клеточном уровне. Вместо этого они резко замедляются и практически застывают на месте. Если рядом с целью есть другие тела, этот эффект распространяется и на них, но на очень маленьком расстоянии. То есть нужно будет их собирать в кучку. Все, мы взяли ключ. Вап! Ай! Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Помним про пробел. Стоп! Не получилось, прикиньте, получилось только... Да, очень маленькое расстояние. Чё, куда? Блин. Куда бежать-то? Ну, только сюда и можно бежать. Нет! Увязнем. Скорее, 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 скорее. Все, подыхай. Есть, 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 есть. Все хорошо, все хорошо. Одноглазый ключ есть. Что у нас тут? Герцог. О, реагент.
Загадка с картинами. А здесь? Картина с пауком. Хищники стоят рядом, и каждый смотрит на свою жертву. Мы здесь в безопасности, отлично. Хищники стоят рядом, и каждый смотрит на свою жертву. Это волк. Картина. Что это? Не картина с овцой, это картина с волком. Вот картина с овцой. Картина с овцой должна вот здесь быть. Потом, что у нас еще? Какие картины есть? С пауком. Паук. Ну, наверное, он должен смотреть на лягушку. Нет. Паук должен смотреть на бабочку. Наверное. Да, да. И нам не хватает еще одной картины. Лягушка должна есть какое-то насекомое. Паука, кстати. Может быть, она есть паука. Я не знаю, не знаю. Мы, наверное, потом должны найти эту картину. Но я на всякий случай проверю. Давайте уберем и поставим сюда лягушку. Нет, мы точно должны будем еще какую-то картину отыскать. Ладно, пойдемте вниз. Сейчас еще быстренько сюда сходим. Мы здесь были уже? О, мы здесь были, да, мы просто с другой стороны теперь зашли. Окей. Блин, я думал, сейчас будет этот огромный великан, и я смогу на нем применить способность замедления. Реагент. Что мы можем сделать? Давайте сделаем одно лекарство. И... Да еще сделаем, давайте патрончиков. Хорошо. Что у нас, где мы можем применить этот ключ с одноглазой? Ага, там, внизу, во дворе. Пойдемте во двор. Такое ощущение, как будто я похрамываю. Это я не могу разбить, мне нечем. Двор это сюда? Это... Стоп, нет. Это вестибюль во двор вот сюда. Интересно, как потом объяснять, что чувак не может использовать, допустим, сразу спаунить все крутые предметы? Береги себя. Он, наверное, больше имеет в виду сохраняйся почаще. Стараюсь, но это нелегко, когда за тобой гоняется псих-гигант и его жуткие прихвостни. Да уж. Убегай. Всех не одолеть. Он прям знает меня, как будто бы. Я люблю убегать, если есть возможность. Я не люблю сражаться. Ну, потому что я хочу экономить патроны и ресурсы для действительно жестких битв. Так. Это где дверь? Вот сюда. Всегда эти моменты такие волнующие. Просто интересно, куда это нас приведет в итоге. Что там будет за этой дверью? Что-то страшненькое, судя по всему. Ой! О-о-о! Этот хитрый вороватый зайчонок далеко забрался. Но следующую маску тебе не сапать так легко своими загребущими лапками. У меня вопрос, почему он просто не держит все маски у себя? Эти злодеи, они просто любят играть, понимаете? Они ищут достойных противников, и так. Ну-ка. Блин, нет, это не то. Это не такое растение. А, они в стенах! Больной урод. Так, заперто с другой стороны. Для чего он их собирает? Окей, шалфей, прекрасно. Оп, я думаю, этого мы можем просто убить, да? Раз. Два. В сторону. Ага. Поторопился.
Поторопился. Давай. Ну. Есть. Чё-то я пропустил дверь. Заперто. Ой, знакомо. Ой, знакомо. Я помню все это. Нажать. Эти статуи изменились. Нужна подсказка. Не дожидаясь острых стрел, ушла под воду я. Среди моих бед был острый меч, но прежде всех петля. Острых стрел, ушла под воду я. Стрелы. Петля. Это меч. А это... Значит, сначала она ушла под воду. Среди моих бед был острый меч, но прежде петля. Короче, потом стрелы были. Петля и острый меч. Нет? Ой, погодите. Все вернулось обратно. Значит, еще раз, я неправильно понял. Не дожидаясь острых стрел, ушла под воду я. Среди моих бед был острый меч, но прежде всех петля. Получилось? Опа! Окей, получилось так получилось. Если честно, я думал, что у меня просто зажались эти статуи, и нужно все нажать, чтобы они снова разжались и попытаться ввести другую комбинацию. То есть я бездумно сейчас поклацал и открыл. Ну, так бывает. Да ё-моё! Как ты переживаешь такие падения? А мы правильно идем вообще? Кажется, да. Ненавижу подземелья. Терпеть не могу их. Стоп! Серебряная маска в дальней маленькой комнате. Я уже так близко. Смотрите, вазочка. Тут что-то мы сейчас вкусненько возьмем. О, нет. О, нет. Самодельная бомба! Так, что нам делать? Он нас не видит. Теперь видит, скорее всего. Значит, нам нужно его замедлить. Оп! Кинем в него самодельную бомбу. Выбрать. А-ха-ха-ха-ха! Ой. И все. Что-то быстро он. Черт! Я думал, успею. Так, давайте еще раз его замедлим. Нам нужно его убить. Все, бомбы больше нету. Нет, давайте не будем его убивать. Ну? Ну? Ну! Шалфей! Надо применить. Кстати, как он сразу все... О, нет, он два восстанавливает. Все, бежим, бежим, бежим. Почему у меня нет пистолета в руке? Кстати, как выбирать? Как быстро выбирать? Я не знаю, я же не на геймпаде играю. Да я же нажал! Я же нажал! Замедлить! Да чё ты не замедляешь? А, погоди, стоп, может быть так и надо? Ой, ой. Хорошо. Все, давайте убьем его. Пули! А, хорошо. Спасибо.
есть. Где мы что должны сделать? Да уйди же ты! Да умри же ты! Еще и не умер! Стоп, 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 стоп! Вот что сейчас? Отлично, через препятствие у меня кацанул. Ну и рот, а? Нет! Нет! Все, я сдох! А мне даже... Ладно, игра... Игра меня поимела. Хорошо. О! Окей, давайте снова. Пули не берут. Замедлять тоже особо бессмысленно как-то. Я попробую теперь не палиться. Потому что он явно сначала на меня не сагрился. Вот он туда-сюда ходит. Вот так. Вот так. И побежали. Отлично. Вот сейчас было идеально. И сразу отсюда, прям сразу отсюда. Есть! Вот так легонечко мы все сделали. Стоп. Белый шалфей. Где-то был белый шалфей. Я взял? Я взял? Тихо-тихо-тихо-тихо. Я взял шалфей. Умничка я. Просто красава. Ты че встал здесь? Хорош. Хорош. Хорош! Быстрее, 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 пока они не полезли. Они могут пролезть здесь? Отлично. Травку взял, шалфей взял. Чего у нас нету? У нас патронов нормально. Я думаю, давайте сделаем еще одну. Вот. Так, мы на скролл можем менять оружие. Все, понял. Две. Маска! Есть! Есть? Я забрал ее. Ты наложила свои грязные лапки на то, что трогаешь неприятно. Кажется, нашему жадному зайчонку пора преподать. Бежим, 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 бежим. Я так понимаю, нам просто обратно теперь нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как нехорошо. Да бегишь ты быстрее. Че, че, где? Фиксируй, фиксируй его! Нет! Нет! Окей. Использовать шалфей. Ага. Подожди, что, а почему я не использовал? А, изучить. Стебель белого шалфея. Изучить. Стебель этой травы частично восполняет энергию метамелицелия. В него вросло кристаллическое вещество. И... И почему она не применяется? Знаете что? Подохните! Давай вниз! Давай вниз! Ползи! Есть. Опа! Смотрите, хорошо, 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 хорошо. Я спасся. Я все давно очень не сохранялся. Окей, окей. Неплохо. Неплохо. Я не понимаю, почему шалфей сейчас не работает. Что за прикол? Я хочу его использовать, но он не дает. Вот, теперь я могу его использовать почему-то. Я не понял, что изменилось. А, значит, зал омовения мы прошли уже. Теперь нам нужно дальше. Мы взяли еще одну маску. Теперь нужна последняя. Реагент. О, хорош. У нас с вами есть одно лекарство. Патронов нормально. Ладно, давайте пока ничего не будем делать. Да мы вроде бы как ничего не можем. Заперто с другой стороны. ПХП мы отлично. Опа, дверь открыта теперь. Маска. Да, я взял ее. Еле успела забрать.
Огромный урод явился. Не сражайся, беги. Еще бы. Мне такого не одолеть. Возьми это. Сейчас все пригодится. Спасибо. Пучок белого шалфея. Вот как раз таки и ты. Сохраняемся, да. Теперь открыто. И куда нас это приведет? Фиг знает куда. А еще куда-то мы можем пойти здесь? Во-первых, лекарство еще одно дам далее. И где-то нужно найти картину. Картина! Вот, змея и лягушка. Точно. Отсюда, что это у нас? Ага, теперь и это открыто. Огромная ванна, это для герцога, судя по всему. Или для Димитреску. Воу! Снова эти красивые виды. И пара обуви. Окей, еще один реагент. Нам, в принципе, вообще ничего пока не нужно сейчас крафтить. Ржавые обломки, не знаю для чего это. Теперь вы можете создавать предметы. Используйте. Где у нас? Используйте таб, раздел создания. Создание, хорошо. О-о-о, взрывчатка. Патроны для дробовика. Стоп, записка. Патроны для дробовика, порох плюс ржавые обломки. Самодельные... Окей, все понятно. Порох. Но у нас дробовика пока что еще нету. Нам предстоит только еще его взять. Теперь открыто. И куда мы попали? Отлично. Идем к герцогу. Мы правильно вообще идем? Мы сейчас оказались опять же, где зал омовения. А, мы просто вернулись. Ёлки зеленые, как нам пройти-то теперь? Вот, мы просто обошли. Да, все, все окей. Значит, получается, теперь возвращаемся к герцогу, решаем загадку с картинами. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же какая-то у нас настырная. Но гулять где хочешь, я не позволю. Все, бегите! Бегите! Вот сюда, в столовую. Оббежим. Стоп, вот так. Оп, безопасность. Слушайте, я, кажется, могу просто ключ отдать, да? Одноглазый ключ. Ключ подошел, но ничего не случилось. Нам нужен трехглазый ключ. Ладно, потом, 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 потом. Главный зал. Че, сразу маску применим? А, погодите, нам ее сейчас нужно применить. Все, у нас все маски-то есть. Почему-то вот этот еще не горит. Я не понял. Еще одна маска. Маска номер 3. Все, я понял. Уйди. Как уйти отсюда? Как раз таки за трехглазым ключом и будет, наверное, маска. Мы сейчас получим, походу, этот ключ. Так, бабочка-лягушка. Нет, бабочка-паук. Что там было написано, кстати? Хищники стоят рядом, и каждый смотрит на свою жертву. Нам нужно здесь всех хищников расположить. Вот здесь змея. Вот здесь паук. Вот тут бабочка, и вот здесь лягушка. Правильно? Да! Он решил травить меня головоломками, что ли? Ключик. О, да. Там что-то даже написано, по-моему. Трехглазый ключ.
Трехглазый символ жаждет славы. Тебе даруют золотую маску. Хорошо, да, ключ мне дарует золотую маску. Я помню. Стой, убери. Все, ну все, хватит. Ясно. Где же находится трехглазая дверь? Я забыл немножко. Внизу? Да, вон она. Надо пройти через столовую, во двор и как раз-таки да, обратно во двор придется вернуться. Пойдемте. Что-то явно можно найти в библиотеке, но я пока не нашел, поэтому я не буду там бегать. Может быть, там какие-то бонусы, коллекционки, нафиг. Стоп, я правильно иду? Черт. О, стой. Какая-то дверь. Понятно, тут, мне кажется, мы сейчас затаримся. Сколько здесь? Одноглазый ключ, да? Теперь открыто. Ой, не зря сюда побежал. Дульный тормоз. Yes. Yes. Использовать. Я абсолютно ничего не помню. Я не помню, кто я и как появился на свет. Я ничего не знаю. Моя память изувечена точно так же, как лицо, которое я прячу под этой маской. Все, что я чувствую, это голод, желание наблюдать, как мучаются другие. Видеть отчаяние в их глазах, слышать их крики. Кто станет моей следующей добычей? Прислужник исполнит мою волю. Он многолик, но в его черепах нет мозгов. Он мой лучший гончий. Он поймает всех этих зайчиков. Это записка герцога. Окей, у нас еще есть травка. Ну все, взяли все, что нужно. Прекрасно, пойдемте теперь. Погодите, как так можно доспехи делать? Тут же пах максимально открыт. Если только он ракушку не одел. Скорее всего. У нас где-то сохранялка здесь есть? Нет, сохранялка далеко, вот надо было идти в приемную. Да в жопу сохранялка, мы сейчас спокойно пройдем, все сделаем. Итак, тут надо по идее пожертвовать, да? Я не хочу жертвовать. Стоп, а можно? Нет, мы сейчас просто достанем ключ обратно же, да? Нет! Нет! А, погодите, все! Та-ра-та-ра-та-ра! Пойдемте делать... Shotgun. Все? Все, что мы можем? Блин, 3 патрончика максимум. Но пули не берут всех наших врагов, кроме этих обычных. А стрёмных... Так, вот сейчас нам налево нужно побежать. Здесь мы не можем пройти. Нет, все. Блин, думал увязну, сейчас зацепит еще. Валим отсюда. Теперь открыто. О, тут все в запущенном состоянии. А, блин, надо поближе подойти, оказывается. Патроны для пистолета. Дайте шотганом, пожалуйста, что-нибудь. Опа, смотрите, можно залезть. И здесь, кажется, у нас будет... Нет, попки здесь нету. Нам нужно где-то что-то опрокинуть, походу, сначала. Это последняя маска? Да, вон она. Вот. Окей, мы сейчас сможем пройти, и там будет еще одна. Ну, давайте соберем их всех. Надо найти способ. Давай. Оп! Как я четенько обошел. Оп. Сюда иди. Оп, а я здесь пройду. Блин, или не тратить пока патроны. Точнее, не патроны, а гранату. Черт. Все? Они отстали сразу?
Они как-то телепортируются, получается. Так. Ну идите все сюда. Какого дьявола вы не идете? Черт, а? Плесневая контратака! Окей, с этим покончено. Ой, махнулся. Есть. Хорошо идет. Последний. Отходим, 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 отходим. Найс. Все, их больше не будет спавниться, надеюсь. А, вон ты, я тебя вижу. И вот там еще, но не достану, к сожалению. Что-то должно упасть. Или как? Наверх! Что-то там бурлит, не нравится мне это. Еще один реагент. Что мы можем скрафтить? Гранату. Блин, хорошо, что я не потратил ее. Патроны для шотгана, к сожалению, пока не могу сделать. Могу сделать еще патроны для пистолета, но у меня их пока нормально. Ага, вот с этой стороны. Стоп. Тут ничего нету? Нету. Здесь мрачно. Вот, да, видите, нам их дали и так. Окей, порох. Стоп, мы куда-то еще можем пойти? Здесь нет, не можем. Ладно, давайте быстренько со всем этим разберемся уже. Травка. Кто? Ну. Как я их просто... Офигеть, как я круто стрелять стал. Все-таки геймпадом сложнее управлять. Я рад, что можно мышкой здесь. Это мы что взяли? Патроны для шотгана. Отлично. Все, у нас полная обойма. Прекрасно. Вот сюда давайте сходим, посмотрим, что там. А, там просто спуск вниз, да. Сейчас, походу, еще, да, чуваки родятся. Нет. Отлично. Ай, хорошо, последняя маска. О, нет, катсцен, это что-то плохое всегда. Отлично. Что происходит с твоей рукой? Теперь что? Ну как так? А ну как так? Я думал, что это все. Сейчас конец игры, мы за один выпуск все сделаем. Где это я? Время пробуждения, девочка. Жаль тебя. Ты была буквально в одном шаге от кристалла, на который были возложены все твои надежды. Я знал, что играть с настоящей розой будет веселее. Было бы глупо лишать тебя жизни, подобно свирепому варвару. Не желаешь ли немного продлить забаву? О, только не надо дуться. Я хочу предложить тебе небольшое развлечение. Тут много склероциев. Ну, почти все они... Склерозников. Как думаешь, сможешь найти настоящее? Время уходит, девочка. Тик-так, тик-так.
Какой интригующий клиффхенгер. Следующий видос по этой игре выйдет очень скоро, будет доступен вот в этом плейлисте. И можете пока что посмотреть вот этот видос. Он тоже очень крутой. Ну а с вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте про то, что колокольчик там надо нажать, чтобы не пропустить уведомления. Пишите ваши комментарии о том, что, как вам эта игра. В общем, с вами был Юджин, и всем пять!